День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку под названием The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. И знаете, почему вчера не было видео? Я просто пытаюсь сделать эти видео хотя бы приемлемого качества. И когда комментарий мне не нравится, или я когда прямо посреди видео замечаю, что начинаю нести абсолютную неинтересную белиберду, без энергии, без ничего, просто гундить себе под нос, я это прекращаю, не выкладываю, удаляю. Поймите, мне лучше, чтобы было мало видео, чем было их много, но все очень-очень тупые и плохие. Да, я понимаю, что видео так или иначе выходят тупыми, но, по крайней мере, хотя бы чуть-чуть веселости я пытаюсь в это привнести. И когда не получается, тогда я все удаляю и не выкладываю. Я не хочу набирать там ваши просмотры только какой-то непонятной билибердой. Слово «билиберда» ко мне сегодня привязалось. Да, это слово дня. Белиберда. И давайте продолжим попытку все-таки получить ачивмент «Золотой бог». Я сказал «Старт». Игра уже сопротивляется, в самом начале сопротивляется. Я понимаю, что вам хочется еще посмотреть на прохождение мертвого мальчика, но, смотрите, тут такая вещь, что очень часто мертвым мальчиком проходить, это абсолютно не важно, сколько вы наиграли в игру. Здесь, если вам не выпадут некоторые вещи, которые вам нужны, а то есть вещи, которые вам будут восполнять серые сердца, вы это очень-очень быстро, да, забросите. Поэтому я отложу его на совсем-совсем потом. Сначала золотой бог, потом, может быть, или серый мальчик, или челлендж уровни, которые там у нас внизу в самом начале вы видите. Это все потом. Сначала золотой бог, золотой бог, золотой бог. Я надеюсь, от того, что я повторил это много-много раз, сейчас я это смогу пройти. И давайте. Иуда, пошли со мной. Я сказал пробел, а не Enter. И все, и начнем. И так, для тех, кто не знает, что это такое, Иуда — это герой, которого мы получаем, когда проходим мамино сердце, а то есть второго супербосса. И у него очень-очень мало здоровья. У него приемлемая скорость, но очень-очень мало здоровья. Зато у него очень высокий базовый урон с самого начала. И у нас есть уже на пробеле книжка, которая нам поднимает, чуть ли не максимирует урон. А то есть боссы или, например, очень страшные комнаты могут выноситься за раз. Итак, магнит. Ну, так себе. Магнит нам дает возможность притянуть к себе вещи, которые за обрывом, и мы, например, не можем летать, или у нас нету лестницы. Но в то же время магнит притягивает к себе бомбы. А то есть это очень-очень опасно. Тролль-бомбы, если на уровне есть, они все начинают потихоньку, но лезть к нам. И даже те бомбы, которые мы оставляем, начинают к нам двигаться. Поэтому нужно быть теперь очень-очень осторожным. Хотя, знаете, магнит приятно. Это неплохо, это не очень хорошо, да, оно мне не гарантирует то, что я пройду игру, но это иногда очень-очень приятно, особенно если уровни будут такими. Видите, вот бомба, она за мной уже едет. Хитрая, знает, к кому едет. Давайте пойдем дальше. И я просто уверен, что у меня будут еще пару забегов. Так, бесконечный ключ. Отлично, 0 бесконечных ключей. Интересно, сколько это бесконечных? Сколько ключей? Да, это 0 бесконечных ключей. Интересный принцип. Так, видите, монетки тоже за мной потихоньку едут. Так. Но видите, тут бомбы, которые нужно собирать, и монетки, это приятно. А когда тролль-бомбы на уровне, вот это да, это начинается. И вот у меня сейчас 13 монеток. Давайте посмотрим, мы сможем налем бесконечных ключей открыть комнату. И магазин, будь на скидке, есть! Она на скидке, сумочка, что нам дает? Хорошо, больше комнат, в которых у нас тринкеты, или больше тринкетов в комнатах, я не знаю, посмотрим. А то есть тринкеты — это пассивные вещи, которые у нас становятся в левом верхнем углу и дают нам пассивный эффект. Обычно хороший, иногда более или менее ненужный, но иногда очень-очень хороший. И пока что у меня мой любимый тринкет — это или рак, который нам
ускоряет выстрелы очень-очень сильно. Или гриб, который дает нам на комнату один рандомный эффект от гриба. А то есть грибы здесь тоже очень-очень хорошие вещи, которые можно собирать. И вот, видите, тролль-бомба потихоньку за мной едет. И это ни в коем случае нельзя забывать, что оно здесь. Оно, магнит у нас во лбу горит, да? Так, все. Давайте тогда пойдем к боссу, потому что если бы мы зашли вот в эту комнату, так, пробел, 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 хорошо. Смотрим, откуда босс пойдет. Оп, снизу, хорошо, все, пошлите. Так, 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 помните, что эти враги, они не связаны, оп, пуповиной. Они могут летать, как они хотят, и если их разделить, вот, видите, то они могут вас зажать случайно. Поэтому осторожно. Ай! Их! Ап! Да. Но ничего, зато я рада, потому что, например, вот этот босс... Ага, хорошо, тьма, ну, что поделать. Этот босс нам бы не дал... Плюс к здоровью, он дал бы нам вот этого маленького мальчика, который летает туда-сюда и стреляет пулями фиолетовыми, которые сами находят врагов. Но, знаете, урона у меня сейчас предостаточно. Мне, например, сейчас хотелось бы, чтобы босс просто оставил плюс HP. Итак, братик Бобби. Братик Бобби — это просто еще один такой маленький-маленький чувачок, который летает с нами и стреляет. Очень приятно. Ой, очень приятно, извините, что-то икота на меня напала. Это всегда хорошо. Во время записи икота это очень профессионально. О, нет! Таблетка, о нет. Взрывной понос, это всегда страшно. Особенно, когда он по-настоящему взрывной. И вот мини-босс. Так, да, и это гордость у нас. Так, гордость у нас оставляет бомбы. Так, хорошо, осторожно. И вот стреляет такими лучами. А то есть по диагонали к гордости лучше всего не стоять. Ой, ну это было быстро, легко. И Хиерофант, это два серых сердца. Это всегда приятно, это я возьму. Так, и идем дальше. Идем дальше, идем дальше. И смотрим, что же... Ну вот это вот проклятие тьмы на первом уровне, это еще нормально, потому что он маленький-маленький. А там на четвертом, на пятом, да или вообще на красных комнатах. Будем надеяться, что это проклятие только на этот этаж. И этого больше не будет в этом прохождении. Так, хорошо. И вот то, что у меня выпал Хиерофант, это очень-очень радует. А то есть у меня... Я смогу спокойно убить босса, даже если получу пару сердец урона. Так, и... Ну, хорошо, по идее, это не является проблемой. У нас нету бомб, а то есть мы не можем искать... Так, хорошо. Секретную комнату, так или иначе. Если бы мы, например, хотя бы видели карту, то да, можно было бы поискать, но у нас нету бомб. А так мы не видим карту, и нету бомб, и вообще нету проблем. Когда у нас ничего нету, мы абсолютно свободны. Мы абсолютно не нервничаем. И вот этот босс, он нам, скорее всего, так как он синий, у него повышенный шанс того, что он нам выбросит еще одно серое сердечко. И это очень-очень приятно. Может быть, у нас будет сделка с сатаной, в котором мы эти три серых сердечка можем выменить на что-то. Да, оно такое бывает. И когда вам на уровне выпадают три серых сердечка, это всегда приятно. Оп, сатана, сатана. Нет, сатаны не будет. Зато еще одно серое сердечко вот из синего босса. Хорошо, это у нас... Я не посмотрел, по-моему, эти соки, они надают иногда разные. То есть, по-моему, это скорость выстрела и дальность. А, и еще базовый урон. Хорошо. Так, хорошо. Следующий этаж. И это более сложный этаж. Более сложные этажи, они отличаются от простых этажей. Первое дизайном, а то есть у них другой пол. Вот здесь вот мы будем с пауками встречаться. И просто отличается тем, что здесь новые сложные враги, потому что, вот, например, вот эти паучки лазерные, тут очень-очень тяжело предсказать, куда и как они двинутся. Здесь еще прыгающие пауки, которые меня очень-очень пугают и очень нервируют. Они вот на этих этажах сменили рубашки, и окровавленные рубашки. Так, хорошо. Паучки, 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 умрите. И на этом у нас есть один ключ, и поэтому мы пойдем посмотрим, что у нас в золотой комнате. Потому что, когда как на первом этаже, мы можем все еще... Так, толбетка, пожалуйста, что-нибудь хорошее. О, больше скорости, приятно.
Когда как на первом этаже у нас золотая комната всегда открыта, на следующих этажах она всегда закрыта. И для этого нужен ключ. Так. Деньги те я игнорирую, потому что я так или иначе не могу до них добраться, у меня нету бомб. Да я не стал бы тратить одну бомбу, чтобы поднять две монетки. Ну или стал бы тратить, если бы у меня было, например, 13 копеек, и мне бы вот чуть-чуть не хватало, да, и я бы так, ах, хорошо, ну, давайте я тогда соберу 15 монет, и тогда точно пойду в магазин и куплю там что-нибудь, а не буду нервничать. О, пятак, это всегда приятно, золотая комната, что ты мне скажешь? Ой-ой-ой, что это такое? Ой, не помню, что это такое. Так, больше урона? А, это через один. Это... А это называется химический ожог. У кого не было химического ожога, я вам говорю, не получайте химические ожоги, это очень-очень неприятно. Но здесь вот у нас каждая вторая пуля вылетает, и она намного мощнее, чем наша стандартная пуля. Очень интересно. Так, что это? Смерть. Смерть мы используем на боссе, так как она ему просто наносит урон. Ну или это можно использовать также на сложных комнатах, в которых мы, считайте, практически всегда убиваем всех-всех врагов. И вот я сейчас думаю, пожертвовать одним серым сердцем или нет. В надежде на какую-нибудь хорошую вещь. Давайте посмотрим. Так, серые сердца, пожалуйста, хотя бы серые сердца. Уи! Да, это этого стоило. А то есть мы... Плюс мы добавили себе еще одно серое сердце. Так, отлично. И бомб нету, а то есть нету... Да и ключей нету, ничего нету. А то есть идем к боссу и об этом уже даже не думаем. И вот что мне все еще хочется, это больше здоровья. Да, потому что с уроном... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пожалуйста, хорошую комнату. Так, сначала смерть. Этот босс страшен тем, что... Оп, хорошо, осторожно. Что он оставляет за собой вот эту вот красную жижу. И если неправильно от него убегать, то будем всегда на нее натыкаться. Оп, хорошо. Оп, все. И иногда, когда это плохая комната или плохо построенная комната, мы практически не можем от него убежать, а его братик, который посреди висит, он в нас стреляет лазерами, что еще уже неприятно. Так, таблетки. Давайте я с таблетками попозже разберусь. Так, о, взрывной понос, пойду к сатане. И буду надеяться, что у сатаны есть какая-то сделка на серые сердца. Нет, сделки на серые сердца нету. Только на красное, и значит, я этого не буду делать, потому что у меня всего лишь одно красное, и это меня убьет просто-напросто. Так, давайте тогда посмотрим, что это за таблетки. Больше скорости, это спасибо. А это что у нас дает? Неизвестный эффект. Телепортационная пилюля. Иногда просто тролльно, потому что оно заставляет через весь уровень бежать. Иногда очень хорошо, потому что вы можете, например, телепортироваться из опасной комнаты, может быть, в еще одну опасную комнату, а может быть, иногда в очень приятную комнату, спокойную. Или иногда случается так, что вас телепортируют в комнату под названием «Я ошибка». «Я ошибка»? Так, а здесь тоже непонятно, где искать секретную комнату. Так, да, давайте возьмем эту таблетку так. Это еще больше скорости. И давайте еще больше. Будем натыкаться на шипы абсолютно случайно. Так, и взрывной понос я взял именно для того, чтобы... Видите, у нас нету бомб. А то есть, если на следующем этаже карта будет более-менее понятная, можно будет это использовать рядом со стеной, взорвать ее и, может быть, найти секретную комнату. Так, идем дальше. И пока что у нас опять же... Опять тьма. Издеваетесь, да? Ой-ой-ой-ой-ой, супер! Ой! Он бросается тролль-бомбами, которые на меня наводятся! Вот это и вправду сложно. Так, хорошо. Хорошо. Так, давайте тогда. У меня еще на пробеле. Ах ты, подлый изерк. Так, вот тебе взрывной понос. Получай. Так, взрывной понос в него не попал. Вообще не попал. Так, ну у нас более-менее теперь освободилась комната. Так, мы можем убегать от тролль-бомб, которые на нас наводятся. Так, уй-уй-уй-уй-уй. Это... Ух-ух-ух-ух-ой. И он у меня два сердца уже серых отобрал. Так. Ну ж, я думаю, мы с ним разберемся. И супер-мини-боссы, так, они всегда оставляют за собой хорошую вещь. И вот мне всегда нравятся вещи. Они, по-моему, всегда оставляют за собой
или очень часто оставляют за собой, они растут в вас. А то есть мухи, которые растут в вас, они и нападают, и защищают вас. Очень-очень приятно, Айтон. Но что же оставит нам этот супер-мини-босс? Уоп! Куча бомб и пятак. А то есть, о, 15 монеток, мы можем, по идее, идти в магазин, если у нас будет ключ. Так, хорошо. Это было немножко плохо, то есть было немножко страшно. Так, турель, умри. Ай! Все, неважно. Стали и убили турель. А! Слишком много скорости, тяжело управлять героем. Иногда, оп, хорошо, книжка у нас отошла, у нее кулдаун ушел. Теперь можно ей пользоваться, но вот это мне очень нужно было именно так. Взрывные бомбы, взрывные мухи. Ну, это бомба-мухи. Самое главное, чтобы они взорвались не рядом с вами. А то есть, если они прилетели к вам, попытайтесь от них уйти, увернуться как-то, а не натыкаться на них. И не стреляйте в них, когда они рядом с вами. Тогда, да, взрыв и урон. Так, и мне очень не нравится, что у нас происходит со здоровьем. Но я пойду и открою золотую комнату ключом, а не... Оп-оп-оп-оп-оп. Так, более или менее простая комната. Это мне нравится. Это мне очень-очень-очень-очень-очень нравится. Спокойно, спокойно. Стреляем, уворачиваемся, дышим. Вдох, выдох. Усса, усса. Так, и о, еще один ключ. А то есть золотая комната. И а, умри, быстро умри. Я ненавижу этих врагов. Па-па-па-па-па-па. Они... У них движение и... Так, частота выстрелов абсолютно непонятная. То есть, если кто-то их понял, я их не понимаю. То есть, они то стреляют, то двигаются, то стреляют, то двигаются. Абсолютно невозможно рассчитать, что они будут делать и когда будут делать. О, отлично. Все мухи взорвались за один раз. Золотая комната. Ух, это, по-моему, очень хорошо. Да, скорость выстрелов. Ай, у нас улыбочка. Значит, мы укололи себя чем-то как минимум приятным. И давайте тогда пойдем в магазин, потому что по этому уровню гулять бессмысленно. Да, у нас есть дополнительные бомбы, но они пойдут или на серые камни, если мы на них еще наткнемся, или на босса. А где был магазин? Или я его еще не находил даже? По-моему, я его находил, он был где-то. Ну, проклятие тьмы. Да, а вот он магазин. Ой, а что это такое? Я просто надеюсь, что это не... Ну хорошо, если это на пробел, то я это использую, а потом возьму серое сердечко. Ой! Класс, а то есть у вещи какой-то пассивный эффект, о котором я абсолютно не знаю. Но зато... Это как раз... Мы теперь похожи на матушку Терезу, но... Что это делает, я не знаю. Я просто понадеюсь, что это будет легко. О, книжка. Все, и стреляем теперь очень мощно, очень быстро. Да, матушка Тереза с вот таким вот выражением лица. Да, это никогда не хорошо. Когда вы такую матушку Терезу увидите, убегайте сразу же. Значит, у нее плохой день. Может быть, у нее плохие 3-4 дня, знаете, ну, да, она ведь все-таки матушка. Ай-яй. Ай-тя-тя-тя-тя. Давай. Осторожно. Осторожно. И следим за всеми кусками, которые летают туда-сюда. Не умираем. Не умираем. Уп, сердечко. Это, получается, босса мы убили. Осталось червячки. Здоровье есть, отлично, плюс здоровье. И вот если сатана мне сейчас предложит сделку на 3 серых сердца, я же на него обижусь, очень сильно обижусь. Ух, класс. Больше серых сердец. И... Класс, класс, класс. А то есть это была не сделка с сатаной, это был просто подарок сверху. Подарок от ангела или бога, или богангела. Богангел, да, это новое существо, которое живет в раю. Богангел. Так, быстро, быстро пуколки умерли, потому что эти пуколки, они отвратительные, они страшные, и пукают такими взрывными зелеными штуками. Так, ой,
Я просто разделаюсь с этими мухами, чтобы они меня, когда я проходил, не убили. Потому что даже вот когда эти белые мухи крутятся туда-сюда, они, считайте, защищают свои кучки золотые. И на них нельзя натыкаться. Так, хорошо, хорошо, все. Убили. Одну монетку потратим? Не, не-а, не будем. Ой, 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 фу, какая комната неприятная. Ой, у меня еще эти слезы, они... То есть они еще на врагов летят. Это приятно. То есть, скорее всего, это один из эффектов матушки Терезы. Так, хорошо. Эта дверь, почему она не открывается? Хитро, у меня почему-то вроде бы и здоровье полное. А может быть, она открывается только когда у меня неполное здоровье. Ой, ой, когда этих мух много. И когда комната не очень понятная. Да, тогда очень тяжело уйти от удара. Но. Так, давай. Давай, муха, умри, быстренько. О, карта, она нам удвоит что-то. Что ты нам удвоишь? Бомбы удвоит, отлично. Но сейчас у нас... Нас интересуют больше всего ключи. То есть нам... Пустите. Пустите меня! Так, паровозик. Паровозик в комнате с динамитом. Это опасно. Лучше поосторожнее стоять и ждать, пока матушка Тереза с ними разделается. Так. Все, хорошо, бомбы. Давайте здесь вот, например, проверим. Может быть, здесь вот секретная комната есть, потому что бомб у нас предостаточно. Нет, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, обжорство, обжорство. Ах! Да, и я понимаю, что иногда эти враги напоминают абсолютно не обжорство, а некоторые другие части тела. Но... Скажем так, сам мини-босс, вот мини-босс, который вот делает именно этот эффект, а то есть стреляется из живота, он называется обжорством, и у меня уже забрали все серые сердечки. Что это за безобразие? Почему я получаю... Неужели матушка Тереза мне дает вот именно тот эффект того, что я получаю целое сердце урона? Если это так, то я ненавижу этот айтем. Так, хорошо, осторожно. Так, и тут нужно очень-очень осторожно. Первое, не наткнуться на шипы. Пап. Второе. Поставить здесь бомбу. Третье. Отойти. Взорвать врага. Фух, спокойно. Сундук, в котором сундук. А еще тут бывает сундук, в котором сундук, в котором сундук. Да, 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 да. И давайте пойдем тогда в золотую комнату, посмотрим, что она нам даст. Так, если матушка ты... Это... Да, это сестричка Мэгги. Это еще один дружок, который стреляет в врагов. Но если мы сейчас потеряем все здоровье, это нам абсолютно не поможет. Так, да, эта комната теперь открылась, потому что мы получили урон. Больше здоровья, если я не ошибаюсь. Ну давайте, давайте рискнем. Да, больше здоровья. Берем. Оп, и убиваем, убиваем, убиваем их. Притом, видите, я использовал свою бонусную... вещь на пробеле, чтобы быстро-быстро разобраться с этими боссами, потому что в этой комнате, видите, у нас все-все-все-все враги, там не мушки, не паучки, а целые боссы. Так, и это очень плохо. И третья волна, кого ты мне дашь? Ой, всего лишь две волны, приятно. Так, фух, так, хорошо, хорошо, более или менее, потихоньку, полегоньку. Так, хорошо, в магазин нам незачем идти, мало монет, но здесь... Вроде бы я знаю, где у нас будет секретная комната. И там мы можем найти что-нибудь хорошее. Так, как, например, жадность, из которой мы можем выбить монеты. Потому что, знаете, когда встречаешься с жадностью и базовый урон очень-очень низкий, тогда да, начинаешь нервничать, что-то ай-яй-яй. А когда вот жадность, она нужна, потому что мало денег, но зато высокий базовый урон, вот это всегда хочется с ней встретиться. Нет, секретная комната не здесь. Где вы их прячете? Хитрые. Так, так, пуколки. Пуколка-зомбики. Так, 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 есть. Фух, хорошо. О, вот в это я сыграю. Оно мне может дать тупые предсказания, а может дать тринкет. Так, хорошо, давайте, давайте, давайте убьем всех мух, чтобы можно было подойти к аппарату, сыграть в него. Так, хорошо.
И теперь, и знаете, я буду очень-очень осторожен, потому что я чувствую, что мне у меня сейчас шикарный-шикарный урон. И недостает, единственное, чего не хватает, это здоровье. И, по идее, если я буду хорошо уворачиваться, то можно потихоньку выехать. Оп, треф, это еще больше бомб, да, удваивает бомбы. Так, надеюсь, что здесь у нас секретная комната. Да. Ух, сколько монет. И вот сейчас вот я чувствую, что я зря сыграл. Так, хорошо. Тогда давайте пойдем взорвем. Так, это взорвем сначала. Хорошо, посмотрим, что отсюда вывалится. Еще две бомбы. Ну, я не буду жаловаться. Слишком много бомб не бывает. Да, их бывает всего лишь 99. И потом больше не бывает. Да. Но. Ах, я же мог. Все понятно. Но все равно. Так. Так. О, хорошо, мы можем идти в магазин, и в магазин можно зайти сквозь секретную комнату. А то есть нам не нужно тратить ключ, мы его оставим на следующий этаж. Так, давайте зайдем в секретную комнату. Бам, взрываем здесь стенку. И не всегда, не гарантирую, но очень часто можно еще пробить себе дырку. Оп, в магазин. И вот она жадность. Да, по-моему, я ее заказывал, да? Если я не ошибаюсь. Да, я ее заказывал. Так, давай, умри. Ух, сколько. У нас тут теперь очень много денег. Так, и вот это, да, как раз серебряные монетки, это уже по 10 копеек. Как называется 10-копеечная монета? Кто-нибудь мне может сказать? Железный червонец. Так, хорошо. Давайте тогда пойдем. Так, я этот сундук, я не знаю. Мне особо то, что из него может выпасть, оно меня не очень интересует. Поэтому я не буду тратить на это ключ. И мы пойдем к боссу. Хорошо. К босс, ты кто? Так, у нас будет защитный кусочек мяса. Так, и давай, умри, быстренько. Вот на раз, два, три, раз, два, три. И видите, он оставляет под собой зеленую жужу. На нее ни в коем случае не наступайте. Так, она нас очень-очень сильно ранит, но с боссом мы сейчас разберемся быстренько. И знаете, вот пока что я не чувствую, что у меня достаточно здоровья, чтобы разобраться с сатаной, что, по идее, нужно для золотого бога. Но, например, чтобы дойти до маминого сердца, это можно смочь, суметь и снужно. Да, это очень снужно. Ай, так. Ой, как я вас не люблю. Увернулся, как будто я профессионал. Как будто я уже 200 часов наиграл в эту игру. Ну, не 200 часов, а 200 раз. Так, потому что тут не каждое прохождение час и не каждое прохождение... А, удачно. Но, так. Осторожно. Хорошо. Ух, видите, как он почувствовал, что мы рядом, и решил сделать небольшой разворот. И здесь я, конечно же, потрачу одну бомбу, чтобы получить три бомбы. Это простой обмен, да? Это все логично, все нормально. Идем дальше. О, попрошайка. Попрошайка нам дает обычно очень хорошие вещи. И я не жадничаю, мне не жалко ему отдать монетки, потому что он дает и ключи, и бомбы, и все. О, плюс здоровье. И за три всего лишь, даже за две монетки. Обожаю его. Он хороший. Он единственный, кто меня понимает. Так, хорошо, осторожно, осторожно. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Так, смотрим, чтобы они нас не смогли окружить. Потому что когда их много, очень легко попасться к ним в окружение. И тогда придется вырываться. Да, и иногда не хватает на это здоровья. И нервов, и здоровья. Рубашки красные, окровавленные рубашки, но мы их убиваем с одного удара, и я думаю, что они не будут проблемой. Если, конечно же, мы сможем в них попасть огромными слезами на пол уровня. Так, хорошо. Здесь у нас что? Нет, я не буду тратить ни время, ни здоровье на этот сундучок серый. Но мы сейчас ищем золотую комнату. Еще бомбы. Ух, как это хорошо, мы наткнулись. Так, двойные мухи.
Умрите. Осторожно, осторожно. Осторожно, потому что у нас здесь еще есть турель, которая в нас стреляет пока на уровне. Враги. Фух, фух. Чудом ушел. Чудом. Оп, чпок. Есть. Бомба. Золотая комната. Оу, лазер. Технология. А, это вторая технология. Это которая еще добавляет просто так лазер. Дамы и господа, по-моему, мы стали очень сильно неубиваемы, но у нас пока что маловато здоровья, поэтому следим. Карта — очень нужная вещь, особенно на красных уровнях. Если мы сейчас найдем еще и компас, то мы точно будем знать. Видите, я уже точно знаю, где у нас секретная комната. Здесь не показаны дополнительные секретные комнаты, но вот эта секретная комната, да, ее видно. И поэтому мы пойдем и откроем ее. Так, о, простая комната. Все, взрыв. Осторожно, турели. Тролль-бомба. Да это, по идее, и тролль-бомба, и тролль-турели, потому что... Так, хорошо. Давайте убьем сначала пуколки. Хорошо. Теперь лазерную муху. Притом ее... Я так понял, что ее выгодно убивать, когда она рядом со стеной. Тогда половина ее пуль уходит сразу же в стенку. А от другой можно увернуться спокойно, потому что вот эти вот красные лазерные мухи, большие, толстые, они взрываются, когда мы их убиваем. Так, что у нас здесь? 99 бомб. Вот теперь у нас может быть слишком много бомб. Так, хорошо. Это... Ой-ой-ой, обжорство. Так, осторожно, осторожно. Не жадничаем. Потихоньку их убиваем. Не даем времени зарядиться. Так... Хорошо. Ключ я возьму, а вот центик не буду брать. Так. Рубашки кровавые. Вашу кровавую рубашечную мать. Так, вот видите, когда их много, очень-очень много пуль, они туда-сюда прыгают, как идиоты. Мне от этого сложновато, сложновато вернуться. Так, хорошо. Все. Так, что это? Зомби и мухи взрывные. И тут, ну, да, что-то вас так... Что вас... Как будто тут что-то есть. Пришли все, собрались, смотрите. Взрываетесь? Нет, не взрывается. А, взрывается. Отлично, все взорвались. И мы идем. У нас, скорее всего, сейчас будет еще босс-комната. И опять прыгающие рубашки. Но ничего, вот с таким уроном... Ну, хорошо, так уж и быть. Мы с ними разберемся. Мы с ними разберемся. Надеюсь, без особых потерь. Так, давайте, умирайте. Так, хорошо. И бам, рубашка, есть, все, ключ. Можно, да, давайте потратим. Хотя, как мы потратим? Мы просто здесь взорвем. Может быть, мы сможем пройти мимо. Давайте посмотрим. Взрываем камень и пытаемся пройти мимо вот этой туры. Ах, нет. Ключ недоступен. Ну и босс. А, монстра 2. Так, хорошо. О, тут у нас еще на уровне серый камень. Серо-синий камень. Так, хорошо. И давайте его быстренько-быстренько убьем. У нас серое сердечко. Бомба. И это всегда приятно и прикольно. И приятно, и прикольно. И давайте вот здесь его заставим в нас плеваться постоянно лазерами. Вот именно когда он так вот стоит. Под ним можно туда-сюда ходить. И заставлять его стрелять у нас лазером. И то, что он стреляет лазером, это всегда видно по его хитрой-хитрой ухмылке. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я это не буду брать. Потому что это взрывные бомбы, и пока что у меня сейчас выстрелы отличные. А вот взрывными зелеными плевалками я пользоваться не умею, поэтому не буду. Нет, спасибо. Я как-нибудь сам. Видите, да? Иногда приходится выбирать, потому что я... Чаще, чем нужно, убивал сам себя. Так, это у нас на пробел? Или нет, это у нас еще больше урона. А, то есть это... Ох, приятно. Просто иногда оторванная Мишкина голова, это у нас вещь на пробел, которая просто выстреливает вокруг нас. Так, пули по всему уровню. А иногда вот это именно пассивный, так, апгрейд, который дает нам дополнительное здоровье. Так, хорошо, с этим разобрались. Но, по идее, сложная комната. Здесь нужно будет правильно пройти. Быстро. В комнату, оп.
хорошо. И когда мы выходим из такой комнаты, то оп, хорошо, чпок, 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 ну, чпокнись. Сундук. Серое сердце, ключ, отлично. То есть мы сможем еще зайти еще раз в... Ой-ой-ой, при этом тут специальное обжорство, которое стреляет в обе стороны. Так, осторожно, осторожно. Хорошо. Ип-и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 п
чуть не забыл. Заходим. Ай. Если нам вдруг не будет хватать денег на что-нибудь интересное, мы к нему вернемся. Мы его убьем. Но сейчас просто так рисковать это не стоит. Не стоит, потому что каждое сердце на счету и даже каждая половинка сердца на счету, это все может решить нашу победу над сатаной или поражение. Так, поэтому мы очень осторожно, нет, за таблеткой не пойдем. Хотя, или это телепилюля. Давайте посмотрим, потому что это телепилюля. Так, давайте так, осторожно. Становимся диагонально. Мать! Да. У меня просто слишком много скорости. Не-не, я не смогу это. Потом, если вдруг что-то нам будет не нравиться, пойдем за этой телепилюлей. Так, опять мини-босс. Ну что ж, умри, мини-босс. Так уж и быть. Так, сейчас мы ищем магазин. Это последняя комната. И вот, честно говоря, я уже не помню, у нас сейчас мама будет или не сейчас. Но на всякий случай не идем сразу же к боссу. Идем сначала, ищем разную всякую всячину на уровне. Бомбомухи. Так, притом бомбомухи, которые сами на нас налетают. Но они даже не успели на нас наехать и налететь. О, Hermit, это, по-моему, нас отправляет в секретную комнату или что-то такое, так. Ouija board. Так, да, за 15 монеток обычно эта вещь у нас в сделке с сатаной. Эта вещь нам позволяет еще простыми пулями стрелять, да и вообще всем чем угодно, сквозь камни. Бам. Теперь, если бы мы могли еще летать... А нет, лазер не стреляет сквозь камни. И слезы братиков и сестричек не стреляют. Но зато мои огромные слезы стреляют, и этого вполне достаточно. Давайте воспользуемся этой картой. Да. А, это магазин. Hermit, это магазин. Так, хорошо. И тогда идем. По-моему, мы здесь уже все нашли. Пойдем сюда вниз. Я предположу, что он... Ай-яй-яй. Так. Обжорство всех мастей. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо. Все. Смерть. Смерть всем обжорством. Так, и идем дальше. Повешенный человечек. И ай-я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 й, турели, как я вас не люблю. Притом, когда вас 4, и вы стреляете уже после того, как враг умер. Так, хорошо. А то и здесь просто, ай, ну, потратил ключик случайно. Ну, неважно, идем к маме, да? Да, это мама. Все, мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду быть? Так, пробел. Хорошо. Теперь у нас еще больше урона. Слишком много урона не бывает. Так, и следим за ногой маминой, потому что нам, по идее, у нас столько урона и такие эффекты на выстрел, что нам, по идее, к стенкам не нужно подходить. Но следить за тем, чтобы мама нас не растоптала, вот это очень важно. Так, и как раз, когда вы стреляете в то, что вылезает из стенок, а то есть не мини-боссы, а вот глаз мамин... Какая, вот это, что-то мамина, вот это. Это тоже дает урон на маму. И это всегда стоит расстреливать, когда вы можете. Есть, отлично. Мама нас покинула. Ушла, чудом ушла. И уоп, еще больше урона. И теперь у нас просто сатанинский урон. Давайте посмотрим на это. Ну да, он максимирован, но он, скорее всего, еще больше. Так, давайте вернемся. Ну что ж, пойдем на красные уровни. Фух, для сатаны все еще маловато, маловато жизни. И я не знаю, может быть, чудо случится, но да, мамино сердце, да, я могу вам сказать, что с маминым сердцем у нас... Так, 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 есть возможность его победить. Но вот сатану, не знаю, посмотрим. Если бы у меня, например, был полет, я бы точно вам сказал, что да, у нас хороший шанс. А пока что, пока полета нету.
Так, здесь нас могут. Здесь такое может случиться, что нас убьют просто враги на одной из красных комнат. Есть такие красные комнаты, на которых камни так поставлены, да и враги такие подобраны, что это очень-очень тяжело. И считайте, что практически невозможно. Так. Оп, осторожно. Здесь. А, секретную комнату нужно взорвать. Не забыть. Взорвись. Смотрим, что тут. Ух, это... Ах, я все-таки возьму, я не удержусь. Потому что это не просто фитус... Так, что он дает? О, господи, боже мой. Мы можем... Ой, это очень интересно. Это очень интересно, чем это закончится. Потому что эту вещь мне дали за то, что я прошел челлендж уровень с... Доктор Фитусом. И теперь... Ой-о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 й. Да, это будет тяжело, я вам точно скажу. Это будет очень тяжело. Но, с другой стороны, это весело. И считайте, что я уже проиграл. Потому что захотел веселья. Но, так как мы веселимся, мы не расстраиваемся. Мы будем веселиться до конца. Так, хорошо. Если бы я еще мог как-то контролировать то, что я выстреливаю или не выстреливаю этими ракетами, было бы совсем хорошо. А так мне нужно просто следить, когда они выстрелились или когда не выстрелились. Так, здесь везде босса нету. И я не захожу в лишние комнаты, просто потому что я знаю, что каждая комната — это так потенциальный урон, который меня будет убить. Так, давайте, давайте, давайте. Есть. И я сейчас больше полагаюсь на мой лазер. Хорошо, что он у меня есть. Хорошо. Так. Есть. Ию! А вот интересно, это... Я сейчас не буду проверять. Я вот точно не помню, это на меня тогда враг наступил или ракета ударила меня. Но у меня такое впечатление, что босс у нас будет слева. Да, мое впечатление очень часто меня обманывает, но это нас не остановит. Так, хорошо. Давайте наше зеркальное отражение убьем на шипах. Хорошо. Ключей у нас больше не осталось. Ну, не проблема, потому что ключи это сейчас не самое важное. Так. Хорошо. Таблетка, которая нас может убить. Больше здоровья. Но пустое сердечко, и поэтому мы не можем зайти на арену. Да я не очень уверен. Так, согласился ли бы я Ой, как... Ой, как все страшно и сложно. И еще этот... Ах! Пуколки. И красная жижа. И все. И тут... А-а-а! Так, все. Я хочу спрятаться в углу и больше о вас не думать. Все, отлично. Пуколка. Оп. Есть. Я потихоньку... Давайте посмотрим, что у нас на арене. Мне просто интересно. Так. Нет, золотой сундук, который мы не можем открыть, по идее. Это уже не важно. Так, здесь босс? Нет, здесь босса нету. Зато есть, ох, жадность. И мозги. Мозги, 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 мозги. Отлично, отлично. Наводим на них. Еще раз стреляем. И... Хо-хо-хо-хо. Фух. Знаете, я просто не мог не поднять. Я чувствую, что я себе приговорил вот этим, тем, что поднял супер доктор Фитос. Но, да... Нужно было, я... Мать вашу, нехай. Так. Так. О, тихо. Ах, не буду их проходить мимо. Оп, хорошо. Хорошо, раз. И отлично, два. Ой-ой-ой. Ракета, так, смотрим, что тут у нас. Ой, лазер, 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 лазер. Ой, ой, паучки, 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 паучки. Так, все, здесь тоже ничего нету. А то есть... Хотя у нас была карта, но мы должны были выбирать, куда нам пойти. И наш выбор был неправильным, как оказывается. Ай, па-па-па-па-па-па-па. Так, мозги и зеркальное я. Как бы нам тут
разминуться, а? Хорошо, первые мозги ушли. А! Зачем? Зачем я это сделал? Так, это та секретная комната, в которой мы были, да? Да. Так, спокойствие. Самое главное, не торопиться, не нервничать. А убить всех направо и налево. Это самое главное, да. Ай-яй. Ай-яй, хорошо. Так, что у нас тут? Прыгалки-плевалки? Хорошо. Я не против. Так, какой у нас босс? Чпок. Ой-ой-ой-ой-ой. Но, по идее, мы наши вещи можем его очень-очень быстро убить. Так, хорошо. Бам. Ой, нет, это будет очень медленно. То есть, хотя посмотрим сейчас, сейчас посмотрим. Пауки, 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 паук. Мать вашу, пауки, почему вас так много? Ах! Паучи вы, ах, отродье, ах, ха-ха-ха. Полсердечка на уровне. Спасибо, босс, ты мне оставил полсердечка и кучу пауков. Будь ты проклят, ты всех нас предал. Спасибо. Сделка с сатаной. Деньги — это сила и отравляющий выстрел. Знаете что? По-моему, мне уже ничего не надо. Мне нужно просто больше здоровья. И типа, пойдемте, давайте на следующий уровень. Итак. Где же мама? А то есть мамино сердце. Первое, мы пойдем посмотрим, что в секретной комнате. Видите, я... Ах... Не смог удержаться. Новые вещи настолько интересные, а я... Ах... Так, смотрим, что тут. Есть секретная комната. Ой-ой-ой-ой-ой, а что это такое? Похоже на якорь. Но это ангх, это... Считайте... Что? Бесконечная жизнь? Что это значит? Я понимаю, что это может быть бесконечная жизнь, но я был бы очень рад бесконечной жизни. Так. Тем, кто не знает, ангх — это египетский знак. Так. Все, босса убили. Ай-яй, чуть-чуть не дотянули. Взрыв. Так, ждем, пока он уйдет. Есть. Карта, что нам? Повешенный человек, а то есть мы сможем на арену еще больше скорости. Это еще больше скорости. Но если мы вдруг нарвемся на арену, можно будет... Оп, хорошо. Так. Все, есть, разобрались. Дальше не идем. Берем тогда карту повешенный человек и идем вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это очень-очень нехорошо. А зачем я это взял? Зачем я это сделал? Так, с... Хорошо, а что у нас здесь? Это будет... проблематично, как минимум. Оп, есть. Фу, спокойствие, спокойствие. Сказал я и получил мини-босса, да? А то есть босса мини-босса. Это, да... не очень нам помогает, потому что мы, чтобы пройти... Оп, есть. Брось мне, молодец, сердечки. Серое сердечко. Фу, так, смотрим, здесь ли... Ой-ой-ой-ой, Локи, я знаете что, я попытаюсь от него уйти. Так, да, я уйду от него, потому что Локи это не тот враг, с которым я сейчас хочу драться. Ох, мать. Так, товарищи, вы там, давайте, умирайте потихоньку, я понимаю, что вам не хочется, но вы мне очень поможете, если вы умрете. Да, это будет по-джентльменски. Спасибо. Вот, прыгалки-плевалки. Раз, всех одним ударом. Какая карта? Еще один повешенный человек. Но мы пойдем
Ух, на мамино сердце. Так, все хорошо. Спокойно. Пошли. То есть, если я смогу его победить... Так, тихо, 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 тихо. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Оп-о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 п. Так, хорошо. А то есть нам теперь нужно постоянно бить посерединке. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так... Спокойствие. Мы можем еще повешенного человека взять, чтобы быстрее летать и туда-сюда летать, а не бегать. Так. Хорошо. Мамино сердце. Оп. Так, ух, всех зомби. А то с зомби я бы долго разбирался. И да, сейчас мамино сердце вот в этом виде, оно стреляет, ну, не стреляет, а вызывает к себе еще и боссов. О, вторая. Вторая фаза мамино сердце. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Спокойство. Спокойствие, спокойствие. Есть. Ух! Так мы можем сидеть. Нет! Ух-ху-ху-ху-ху. Мы как раз сейчас можем отправиться к сатане или пойти убивать ангела. Но так как мне нужен золотой бог, я отправлюсь к сатане. Так, хорошо. Фух. Так, спокойствие. Вот эти уровни, да, они очень страшные. И знаете что? Так как у меня 93 бомбы, я попытаюсь их пробежать именно вот таким способом. А то есть, видите, не расправляясь со своими, так, врагами, а просто ставя бомбу и проходя в следующую комнату. Иногда я этого, скорее всего, не смогу сделать, но иногда смогу. И это хорошо, это не жульничество, это вполне, вполне хорошая стратегия. Так, где у нас секретная комната? Мать твою. Так, хорошо, секретная комната. Пусти меня к себе. Три монетки, правда? Вот ты серьезно, да? Так, так уж и быть. Следующая комната. Бомбомухи, бомбомухи. Вот с ним, я думаю, я смогу разобраться. Так, и мы шли не в том направлении, оказывается. И проблема в том, в этой стратегии того, что мы пытаемся прорваться по всем комнатам, в том, что если мы идем не туда, то нам придется опять проходить эти комнаты, в которых враги не ушли, никуда не исчезли. Они нас все еще там ждут. Фух, ну что, понадеемся, что сатана наверху, да? Хорошо, 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 хорошо. Так, так, я не подошел туда к двери, ай-яй-яй, потому что они оставили там под дверью, прямо под дверью жижу. Так, вышел, два локи, хорошо, это мы уже видели, а-тя-тя-тя-тя. Так, спокойно, спокойно, никуда не торопимся, никуда не торопимся. Ждем, пока локи отойдет от двери, хорошо, так, он локи, отойди от двери, а, будь хорошим. Кельтским богом. Так, 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 так. Мне его придется оттуда затолкнуть или что-то с ним сделать. Все, он отошел от двери, хорошо. Ой, зомби, зомби, что я буду делать? Зомби, зомби, как я буду быть? Оттяпа-тяпа-па-па-па. Так, отлично. И дверь открылась, дверь открылась. Идем дальше. И нет, это опять не то направление. Так, тогда уходим отсюда. Получается нам... Вот, например, именно сейчас карта, которая называется «Дурак», да, она бы нам очень-очень сильно помогла. Потому что она нас отправляет именно на то место, на котором мы начали карту. Начали играть. И, оп, оно бы нас отнесло, не пришлось бы идти по... Это наш... Все хорошо, хорошо, хорошо. Теперь мы движемся вниз. Фух, всего лишь три сердца. Ну что ж. Даже если я не выиграю, даже если я его не убью, но я хотя бы на него посмотрю. Хотя бы его так... Один раз убью или два раза ударю своей ракетой. Ой, как вы вовремя, знаете, парни? Вот, да, вот... Ах!
Непонятно, вообще непонятно, что тут происходит иногда. Так, дамы и господа, давайте, пошли, пошли отсюда, пошли, пошли. Уу! Дверь открылась, я не знаю, почему я не двигался вниз, но... Две жадности, да, две жадности и босс. Спасибо, комната. Лазер, 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 от которых не уйти, не уйти, не уйти, не уйти, не уйти, не уйти. Сказал я, взорвал и лазер, и ушел. Так, и этого босса нам придется убить, потому что здесь это единственный способ, чтобы, открыть дорогу к сатане. Ой, это, я не знаю, было ли это хорошо. Я это сделал, но вот теперь сомневаюсь в том, что это было правильное решение. Да, бузигака! Полтора сердца. Нет, я дойду хотя бы до сатаны. Так. Я на него посмотрю, посмотрю в его глаза. И может быть, потому что я поднял анг, это мне даст какой-то эффект. Может быть, у меня вторая попытка будет убить сатану. Я очень-очень на это надеюсь. Вот честно, вот очень на это надеюсь. Так, хорошо? Фу. Сатана. Вперед. Пробел, увеличиваем себе урон. Раз, два, три, четыре, пять. Ставим бомбу и начинаем стрелять в это все. Так, падший уже на половине здоровья. Оп, разделился. Отлично. Падший, еще ракету тебе. Бам. Еще падший, ракету лови. Так, о, первый падший умер. Отлично, это всегда приятно. Но этот за нами гоняется. Так, следим за его тупым взглядом. А то есть, как только у него взгляд в никуда, это значит, он будет стрелять лазером. Потому что его плевки... И... Вот, видите, взгляд в никуда, да? От его плевков я могу уйти. А вот от его лазера... Так, все, хорошо. Шеол. Мы встретились снова, да? Так, 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 осторожно. Ас, мать! Осторожно! Так. Что это такое? Что это такое? Давай, чуть-чуть, чуть-чуть, хотя бы до третьей формы. Есть. Ноги. И теперь я не знаю. Я вот с этими вещами никогда его не проходил и вообще не знаю, что делать. По идее, это... Надо постоянно-постоянно двигаться. И то, куда ноги будут падать, туда и ставить ракету, как-то так хитро делать. Так, хорошо. Фух, полсердечка, да, товарищи? Полсердечка всего лишь. Но сатана уже почти мертв. Я не хочу, вот че... Мать, я сам себе убил! Фух. Спокойно. Так, нас Анг превратил в мертвого ребеночка. Наши 5 сердец, которые у нас были, теперь синие сердца. Но это ничего не значит. Это наоборот, нам помогает. Фух. Я знаю, что я могу его убить. Нужно очень осторожно. Очень-очень осторожно. Итак. Пробел. Раз, два, три, четыре, пять... И стреляем, и падший уже почти мертв. Оп, раздвоение падшего. Умри, падшего. Падшичок. Оп, вдвоем, давайте умрите прямо вдвоем сейчас же. Есть, хорошо. Первая, вторая форма сатаны. Так, хорошо, 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 осторожно. Очень-очень осторожно. Так, пытаемся уходить от его пуль. Мать, так, это очень-очень плохо. Так, я хочу его пройти, вот честно. Я же... Умри, умри, подлое сатанинское отродье. Хотя, как может быть сатана быть сатанинским отродьем? Он же... Если так, то он папа сатанинского отродья. Он всех и разжимать! Так, три сердца. Осторожно. Так, смотрим на ноги. Смотрим на ноги, смотрим за мухами. И не взрываем себя, как идиоты последние. А, ноги, 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 ноги. Так, спокойствие, спокойствие. Так. Давайте попробуем просто уворачиваться от него. А то есть мы можем еще раз даже книжку использовать, чтобы урон был еще больше. Но у нас сейчас задание это уворачиваться и потихоньку его... Последнее сердце. Последнее сердце. Пожалуйста, пожалуйста. Сказал я сам себе. Так... Тихмах! Ах!
Да, это был эпический бой и эпический фейл. Но ничего, ничего, мне это очень-очень понравилось. Вот именно такие прохождения это и Binding of Isaac. Ну и что, что я не выиграл? Это все. А, класс. Фух. Вспотел весь, наорался, все отлично. Я говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.